Ви проводили такі спортивні свята з багатьма спортсменами і відомими людьми. Але от буквально нещодавно у вас ну, з таким напрямом воркаут, да, і з Денісом з Мініним проходило. Це такий новий напрям, але він ну, яскраво показує, що для того, щоб бути здоровим, щоб займатися спортом, не, не, не потрібно дуже багато. Можна вийти там на подвір'я, є турнік, є брусья, і вперед. От на вашу думку, взагалі, це може спонукати більше молодих і хлопців, і в принципі і дівчат, якраз проявити себе. І отакі змагання, конкуренція, така між молоддю, наскільки вона є важливою на сьогодні? Ну я хочу пользуясь случаем поблагодарить Дениса Минина и движение Street Workout. Они сейчас в тренде, они сейчас в моде, они сейчас набрали, наверное, важную популярность среди молодежи. И на них пытаются равняться, как раз дети из незащищенных семей, которые не могут позволить себе дорогой фитнес-клуб, которые могут найти время выйти на спортивную площадку, которая есть возле любого учебного заведения. То есть это очень важно, чтобы такие лидеры, как Денис Минин, были в каждом городе, чтобы они показывали ориентиры в жизни. Успех, по большому счету, это правильно выбрано направление. И я считаю, что это движение даст большой толчок популяризации спорта. Если сравнить Дениса Минина с любым олимпийским чемпионом то он по популярности превышает любого олимпионика то есть это нужно учитывать и таких людей нужно поощрять таких людей нужно мотивировать со стороны государства к сожалению он не замечен пока ни государственными структурами, ни большими международными организациями. И это не есть хорошо. И, и мы, представители общественных фондов, мы специально делаем так, чтобы эти лидеры понимали, что мы в них нуждаемся, мы хотим использовать их потенциал. Мы будем делать все, чтобы они воспитывали нашу молодежь и давали правильные им ориентиры в жизни. Ну, виходить, ви знаєте, так дійсно, що зараз, от такі лідери, як Деніс, і ну і такі, як він, вони працюють всупереч, не задля так, вони працюють тому, що у них очі горять, вони це люблять і це видно. Ми спілкувалися з ним тут. І а, вони працюють, на жаль, дійсно всупереч. Їх підтримує там а, велика частина молоді, їх підтримує, але все робиться за власним якимось бажанням. Як змінити цю систему? Чи можливо її змінити? Оскільки, ну дійсно, а, як подивитися приклади там, в інших країнах, в Європі чи в Бразилії, таких людей підтримують на, на початкових навіть стадіях. У нас це дійсно всупереч. Я объехал весь мир и смотрел, как относятся к таким лидерам, как Денис Менин в Китае, в Америке и в Аргентине, Чили, Бразилии. И всегда их выявляют и дают им возможность проявить себя, потому что на них равняются дети. А дети — это будущее нашей страны. И я удивляюсь нашим политикам, нашим чиновникам, нашим представителям крупного бизнеса, что они этого не понимают. Они недооценивают потенциал этих лидеров, которые очень популярны молодежной среде. А таким лидерам я пытаюсь объяснить, что нужно объединяться, нужно объединяться в силу, нужно представлять большое количество украинцев. И когда ты будешь представлять больше миллиона человек, с тобой будут считаться эти политики и эти чиновники. Потому что если они не понимают, что нация у нас вымирает, а у нас за годы независимости уже вымерло больше 7 миллионов украинцев. И никто не задает вопроса, почему это происходит, почему ежегодно более 300 тысяч украинцев уходят в никуда. Почему у нас такой дисбаланс между смертностью и рождаемостью? Почему не популяризируется спорт? Почему не строятся бесплатные спортивные школы? Не строятся бассейны? И кто ответит за это? Почему у нас пенсионеры в основном работают у токарного станка, у Мартеновской печи или в лавах, в шахтах? Почему никто не задумывается, что завтра некому будет работать, что молодежь у нас, к сожалению, физически вымирает. И это очень большая проблема. И я надеюсь, что скоро придут такие политики, которые будут это ставить в, в главную, наверное, первостепенную задачу выживания нашей нации. Я не знаю, чи ставили вам колись це питання, але от виходячи з того, про що ви говорите, і то, те, про, про що ви думаєте, то чи не мрієте ви, чи не хотіли б ви піти у політику? Ми пробуємо, ми делаємо перші шаги, ми показали на округе номер 55, что мы можем выиграть у всех партий. И я считаю, что нужно показывать многим украинцам, которые думают, что один в поле не воин, а один ничего не сможет сделать против этой огромной коррупционной системы, против этой машины, которая есть там у власти. И я считаю, что это неправильно. Я считаю, что как раз те молодые лидеры, которые сейчас есть, которые пытаются что-то сделать для подрастающего поколение, они должны идти во власть, они должны управлять страной, они могут изменить жизнь украинцев к лучшему. Мы будем объединяться, мы будем объединять людей, чтобы наконец-то произошли нужные преобразования в стране, наконец-то в государстве, чтобы уделяли должное внимание и оздоровлению нации, и в реорганизации этих старопромышленных территорий, как модернизация этих производств, чтобы в Украине почувствовали все свежий ветер перемен, чтобы в Украине будущее, Щоб в Україні стали рождаться здорові, жизнеспособные, успішні люди. І ми для этого повинні зробити все можливе. Тему спортивну ми зараз вже будемо закінчувати. Перед тим як зробимо паузу, і ще от таке питання: ну, суто особисте. Ви як підтримуєте форму? Що ви робите? І, можливо, яка система у вас підтримки фізичного стану такого? Мне даже попросили этим летом, чтобы я эту систему обнародовал. Я говорю, я пообещал, что в 45 мне в следующем году будет 45 лет, я пообещал, что комплекс из 10 упражнений я выложу в интернете и будете смотреть, как элементарная физическая нагрузка может тебя поддерживать в хорошей физической форме. То есть не нужно слишком много обкрадывать себя во времени. Достаточно получаса, три раза в неделю, и ты будешь прекрасно выглядеть и хорошо себя чувствовать и твои внутренние органы будут безупречно работать то есть есть комплекс из элементарных упражнений на все мышцы тела чтобы хорошо работала кровеносная система чтобы кислород был доставлен во все ваши системы да я разработал свою систему как можно поддерживать себе физической форме без уже экстремальных нагрузок чтобы чувствовать себя хорошо чтобы хорошо работал обмен веществ это такая элементарная физическая система, которая постепенно наполняет тело важной энергией и обновляет клетки, чтобы постоянно у тебя был правильный обмен веществ. Ну и, и раз в неделю желательно позволять себе ходить в бассейн. То есть плавание людям, которым уже далеко за 30, оно необходимо. А чем старше, тем это лучше. Это снимается напряжение с позвоночника и получает организм все важные нагрузки для всех мышц тела. Ми продовжуємо, продовжимо нашу розмову, але зараз зробимо паузу. Музика, як відомо, всім піднімає настрій. А от класична музика, як кажуть, тим більше. От просто зараз її послухаємо. Не перемикайтесь.